Приветствую всех на канале Вечный Пилигрим. Сегодня продолжаем отыгрывать босс Мира Оборотня. Это у нас 11-я серия. И мы добрались до Маркарта. Наша задача — получить кольцо на мере. Да, конечно. Довольно, Тонгвард. Мы закончили. Если ну давай так. Зал, я не могу об этом говорить. Но не бойся. Ладно, я все равно совет. Мы обнаружили, что нет... Ага. Плоть обгрызли, кости сломали, чтобы добраться до костного мозга. Ну и? Мы пока никого там не поймем. Если докопаешься до сути, жрецы Аркея наградят тебя. Вот. Конечно. Так, ну нам тем временем за попытку убеждения повысили красноречие, и тем самым мы повышаем уровень. Давайте-ка запас сил возьмем. Алхимию, конечно, уже надо бы качать, но... Нам с вами стрельба. Важнее будет. Это не очень нужный перк, а вот это нам нужно. Просто на следующем уровне нам нужно сюда идти. Ну и вот это еще. Так, давайте-ка. Никаких изгоев. Вот так сделаем. И все, пока. Извиняй. Извиняй, не туда. А, в другую сторону, по-моему. Я понял, все. Так, вот он, зал мертвый, но я просто вошел в него, по-моему, немножко не так. Ну ладно, все не важно. Напомню, я боссмер, оборотень, каннибал, многие так что нормально. Наугад вломиться в склеп, источая запах стали и крови, но не страха. Я чувствую в тебе голод, он гложет тебя. Ты видишь мертвых, и твой рот наполняется слюной. Твой желудок ворчит. Не бойся этого. Я не стану чуждаться тебя за то, кто ты есть. Босмер, каннибал. Я обязан съедать своих врагов. Я расскажу тебе все, что твой разум давно забыл. Так, куда только бежать, не помню. Тут, по-моему, надо просто побыть, послушать. Тебе а, вот она, да. Пробовать плоть еще в детстве, да? Братик умер или сестренка? Несчастный случай, конечно. А потом пришел голод, любопытство. Подумаешь, один укус, что такого? Теперь все хорошо. У тебя есть подруга, которая тебя понимает. Многие из нас гонят ага. В первой трапезе. Намира, госпожа разложения, принимает тебя. Да, конечно. У нее есть место, где мы сможем утолить наш голод и... внутри утесной пещеры. Давай встретимся там. Но прежде скажи людям Маркарта, что их мертвых больше не побеспокоит. Нас ждет дело. Тебе ведь довелось по... А потом пришел голод. Теперь все хорошо. У тебя есть подруга, которая тебя понимает. Молодец. Забудь о чем. Так, Драуграф. Пойдемте скажем, что безопасно. Вот и ты, что при... Да хранят тебя боль, вот. Возьми мой амулет в награду. Да уж, хотя амулет... Аркея или Кенарин, давайте, ладно, Аркея возьмем, не такая плохая штука. Так, это у нас что, откуда? Храни тебя, Аркей. Не надо. Да, вот и есть. Что такое, племянник? Неужели не видишь? Лук в руки мы оставляем. А, вот мы что убрали. Хорошо. Я хотел узнать, ничего. Тебе не нужно. Тысячу мы оставляем себе. Нет, ничего. Совсем ничего. Ты уверен? Так, сейчас. Отстань от меня, Айкантар. Так, сейчас. Я занят исследованием. Нет, тут ничего. Учебников нет, ладно, это все не важно. Драугров, собственно, пещеру надо выбивать. Включить разные. Не понял. Ладно, сейчас найдем.
Это пещера где-то там внизу. На юг нам топать будет. Ну да, правильно. Ну что, пойдемте? Все в порядке? В целом, да. Так, вот это надо поаккуратнее делать. Тут. Пятница еще нет, и ладно. Хотя нет, подождите. Вот так сперли. Шкуры сделали. Доспехи кожаные продали. Тем самым инвентарь сейчас мы разгрузим. Кузнеца дождемся. Вернее, ну, даму. Ой, что-то не то выколол. Наруч. Ну ладно, нормально. А, вон чего никого нету. По 8 утра. Так. В легионе имперские кузнецы читают. Ага. Если найдешь книгу под названием. Хорошо. Это благородное ремесло. А что, будем учиться? Я нет, пока не будем. Клинки, шлемы. Практически все необходимое. Так, так. Что у нас есть? Да ничего у нас нету. Скажи мне, если тебе нужно будет что-нибудь. Все, спасибо, я себе сам все сделал уже. Тут что? Капуста мне не интересно. Ладно, все это не важно. Ты не из моих рабочих. У тебя плохо так. С слухом. Этой плавильней управляю я. И у меня горит пламя по выпивке. Они не любят, когда мы разговариваем. Что тебе надо? Во время работы. Расплескаю хоть чуток металла. Да тело ага. Распроклятый. Они платят нам гроши. Бьют, если делаем что-то не так. Думаешь, уболтать этого орка? Давайте попробуем болтать. Благо, это недалеко. Так. Ты меня будешь учить обратно. Я в плавильне главный, а не ты. Так что стой. Ага. Буду колотить его по рехам. Только не трогай меня. Ну вот. Меня плавильня ждет. Не могу поверить. Кто-то вступился за нас. Вот, держи. 400 монет. Не так, не так мало. Начата ситуация. Славного денька. Отлично. Пойдемте на выход. А, стоп. На выход рано. Подайте. И пытайся со мной подайте торговаться. Вот это. Ответ простой. А если бы ага. Еще жену из орков, дай я покажу тебе, где они живут. Спасибо, может, ух ты. Понравишься. Да вот, погляди. Так, что нам тут надо? Оленину берем. Говядину берем, эту берем, хватит. Возвращайся, если потребуется еще мясо. Вот растет. Приноси золото. Так, что за учебник? Вернее, не учебник, а просто мешок. Картофель неинтересно. Соль, отлично. Теперь наша задача еще что найти. Этот, котелок. Шум на улице. Ага. Просто рыночная драка. Нужно работать. Эй, ты, если пришел... Опа. Иди к стойке. Нет, я не Арнлейв. Боги мои, неужели это так очевидно? Если бы я не потеряла последний груз из... Ты не хочешь подзаработать? Повоевать за деньги? Я... Спасибо. Ну, возьмем чисто побочный квест. Тебя будет ждать звонкая монета. Так, поехали. А, нет, мы не все, не все. Квестик там мы взяли. Кто-то зовет но... мой товар мусором, но для меня... Это сокровище. Дворение неинтересно, налог нету ничего. Вот так можно купить. Что у нас есть из трофеев? Мы что-то можем охотничьих продать, нет? Из ингредиентов 7, что это? Да нет, на паралич надо, это тоже надо. Ничего мы толком не продадим. Ничего. Ну ладно. Сейчас подождите еще одну. Где у нее сейф находится? Да и не только сейф. Полоски кожи тоже лишним не... Ай, нехорошо расположен сейф.
Но пока нас не видит, зараза, мы возьмем денег. Всего 200 монет, очень хорошо. Еду, что ли? Понятно, у них камин. У них нет. Он общается с клиентами. Я просто проверяю поставки. Хорошо, хорошо. Только хорошего нет ничего, что у тебя нету. Пилка. А что мне делать? Из дома не выходить? Ты этого хочешь, Эндон? Ладно, потом. И точка. Вот растяг. Пойдемте. Это Маркарт. Самый безопасный город в пределе. Ну да, в принципе. Тео, конечно. Так, течельник дуразу реально. Как говорится, мы зеленый пакт блюдем свято, но это же не значит, что ну, охотимся мы. Рыбы, мясо, яйца, все нам идет. Ой, подсвети его нам. Там Империус мол существо. Как бы оно не последнее у нас по квесту. Перед получением способности. Ну-ка, где? Да. Последнее. Это рыба-убийца, по идее. Либо грязикрав. Скорее всего, грязикрав, конечно. Не понял. С течением будет короче. Угу. Так, сейчас чуть вытерпим урон. Вот так. Так, сейчас нам должны добавить. Ага. Потаенж девов и его союзников. Ну понятно, не мамонт. Животного компаньона, интересно. Хватит. Не-не-не, я сказал хватит. Это я в целях прокачки. Ух ты, легких доспехов. Так, вот теперь того краба надо обязательно залутать, ребятки. То есть, конечно, он еще не пропал под водой где-то. Нет, вот тут будет богато. Ну, стрелы дали, золото дали, неплохо. В целом. Так, что можно сделать? До пещеры мы будем что? Добираться как? Насколько мы далеко от нее? Да недалеко, собственно. Давайте попробуем без оборотня добраться. Но при этом еду мы используем какую-нибудь на реген. А у нас не-не-не, ребята, у нас мало. Ладно, давайте вот так подлечимся. Вот можно. Ладно, хватит. Ставим на более серьезное мероприятие. Ты кто? Тейла есть? Нет. Так. Что тебе близко? Отдыхай. Стрела. О. Отлично. Отварную говядину. Так. Еще гнездо. А вот здесь, по-моему, где-то у меня добавленное модом сражение. Здесь надо аккуратно. Или не здесь? Ну хорошо. Так, я вижу он перед то ли разбойника, то ли громилу, короче, кого-то, у кого может быть деньги. Давайте как-нибудь вот так сюда заберемся. Разбойник, да?
и поработаем. Прям в новую. Скрытность начинает что-то уже, ну, как-то помогать. Ты сюда, иди сюда. Где си? Так. Нет, в принципе, должен добивать. Ага, не совсем, но... Все равно вырубили его. Неприятная 100 монет, как и ожидалось, в принципе, нормально. Неприятной особенностью оказался зачарованный меч, но в целом все обошлось. Я вижу уже на горизонте пещеру, но я не стану пока превращаться в оборотня, потому что вдруг в пещере узкие места, в которые оборотень тупо не пройдет. Это на самом деле опасное занятие. Пещеру можно просто сбросить, хоть, ну, превращение придется ждать конца. Так, медведь. А давайте попробуем, что такое компаньон. Чё? А. Так мы попрактикуемся, да, в стрельбе. Нам же надо урон вот-вот-вот наращивать. Отлично. Привет, и насколько ты у меня? Это я так на вид смотрю. Давайте, наверное, ладно, без шлема. Как-то мне он не очень нравится. Ой, он почти полный. Не буду его бить, ладно. Посмотрим. Хотя, не, лучше забраться и расстрелять тоже. Шкура нужнее. Там. Вот чего он, а? Блин, нет, конечно, классный вариант на прокачку стрельбы. Он, короче, меня еще и выбросил. Сейчас, секунду, продолжим, короче. Ну, мы его отстреляем. Нет, в принципе, вот так его реген. Мы все на хп снимаем, стрел полно, вот только если он бегать не будет. А мне не нравится, когда он убегает, но при этом регенерирует. Ай. Ай-яй. Можем делать хотя бы так. Эй. Так, ладно. Ага. Придется валить его через волка. Все-таки придется превратиться. Ну, что делать? Сейчас, одну секунду. Давай, ты иди сюда. Ну, как видите, намного, конечно, оборотень превышает урон.
Сейчас мы его еще пожрем и подлечимся. А, его ж можно было просто отпустить, да? Итого, мы прокачали схватки, по-моему, на 64 стрельбу. Сейчас посмотрим, сколько у нас есть. На половинку мы еще качнули. Отлично, у нас уже по уровню. Хорошо. Кто у нас тут из охраны? Никого, это как раз это самое. Каннибалка. Драугры внутри. Тогда я подожду. Ты жди, жди. Сам справ. Я с драуграми. Ну да, пришли мы, извините, симпатичные. Хотя, а у нас что, можно еще, нет? Нет. Откат. Ну, логично, что рассудки. Ладно, это нормально. Просто для того, чтобы знать, я делаю. Так, драугр лежит. Один воинец. Понятно. Серьезно. Не понял. Только зелье выбрал, и начал то мимо. Вернее, то вообще сквозь труп. Блин, как же нужна быстрая стрельба. Ай. Благо, эти заразы никак не регенерируют. Ну, при таком уровне ХП. Блин, раскидать бы, а. Отлечимся. Это что еще? А, это труп. Как же кольцо на мир, а, нужно? Вот здесь давайте. Для ускорения процесса. Вот так. Да, я иду совсем маленькими хп. Ну, пойдемте попробуем. Надеюсь, что они меня не встретят у входа. Нет. Нормально они меня встретили. Оборотень мы тут не вылечимся по той простой причине, что нежить мы есть все равно не можем. Ну и ладно. Давайте пока поработаем железными, что ли, стрелами. Ну. Чтобы потратить их банально. Потратили. А, ну это мои были стрелы, ладно, все нормально. Сейчас, секунду. Осматриваемся. На дикое чутье. Куповая. Больше что у нас, простите, 65 стрельба, да? Да. Очень интересно. Так, раз, два, три, да? Хорошо. Ну, понятно, что это будет, скорее всего, более мощный драугр. Этого я так пропустил. Но это благо беспокойно всего лишь. Еще и скрытные атаки проходят пока мест. Ну, и он нас банально не видит. Ага. Ну, пока хп терять я не хочу. Тут они мне могут пригодиться. Камушек подберем, подарим какому-нибудь лесному эльфу. А вот это серьезно. Ну вы сами понимаете, почти 500 хп. Кстати, что у меня по зельям лучника? Вот так пьем. Ну,
У меня, конечно, есть шкура спасителей, т.п. и т.д. Ай. 64, да? Ну, меня устраивает такая ситуация. Все, уходим, уходим. Так, 200 хп снялись, 500 почти, понятно. Кстати, о лечении. Снадобье здоровья. Нет, у меня нету. На регенерацию. Ну, плохо, конечно. Так, аккуратнее. Третьего лица без прицела стрелять сложно. Оп. Так, сохранимся. Ну и сами понимаете, я рискую. По-хорош, это надо делать немножко по-иному. Это надо выбежать на просторы Скайрима. Ай, зараза, вот поэтому и опасно. Доигрался, не удивлен. Выбежать, отличиться и продолжить, так сказать, и уже искать его с более нормально. Я в принципе и сделал сейчас на прощание пару выстрелов. Еще и за пассивные исходы, ребят. Хотя, ну да. Вот так. Не, не успели и не надо. Сейчас мы отрегенимся. Кстати, кому-нибудь надо бы съесть будет. Не, ну бандита есть не надо, потому что слишком мало хп нам даст от бандита. Сколько? 3 или 4 хп, это очень мало. Поэтому вот так делаем. И потихонечку пойдем. И уже со скрытной атаки. Здесь я не буду пить зелье. Ага, даже так, да? Здесь я уже и прятаться не очень-то хочу. Ай, вот это плохо. Я потерял время как минимум на один выстрел, наверное. Ну, то, что у него мало хп, я его хочу так добить уже. И тем более, что он вот на колено упал и готов. Стрелы собрали. Полный стрельба была 65. Ну, 60% от прогресса навыков взяли. Хорошо. Имею в виду больше, чем наполовину, до 66-го подняли. На самом деле хорошо, жалко сдохли, но это я обнаглел. Что если у этого, этого я уже залутал, да? Так, чутьё. Раз. Два. А, видимо, из-за дистанции что-то я не увидел в прошлый раз. Ну ладно, это что у нас? А это ничего показалось, ладно. Вот не всем показывают. Зараза. Не надо меня бить сейчас. Так. Ой, веки пошли урны, да только урны пустые. Посмотрим, что еще есть, прежде чем идти вниз. Мы правильно идем. Так, беспокойный драугры обычно, это на самом деле ерунда. Оп. И ведь какая прекрасная позиция. Ну еще и сундук. Да, конечно. Ай. Свалился, да? Ну ладно. Отлично. Ну а пол хп его уже просадили, даже больше. Зараза, не успел. Вернее, он не успел.
не дернулся вперед. Ладно. Так, как тут? Так, я пробираюсь, нет? По идее, он сейчас должен сюда вернуться. Ну, так как-то. Ладно, справились. Так, туда и туда, не помню. Давайте посмотрим на всякий случай. В другом направлении, короче. Противник, но это не значит, что тут никаких спящих нет, да? Ага, я понял, это я здесь уже был. Это типа культурный подъем по лестнице, как это надо. Так, вот здесь мы соберем и пойдем дальше. Ага. Нет, зелье пить не стоит ради одного. Так. И вон вправо, и это в правом склепе открыт нам проход. Что это? Лекаря не бесполезно. Стоп, что там есть такого? Ага. Спрятано, да? Учебничек. Ну да ладно. Тут. Так, так, это все ерунда. Это тоже. Ну, пойдемте. Так, не помню. Есть тут босс Драугр или нет? По логике вещей быть. Ой, не то взял, должен. Опа, что это за... Это... Цепь. Ну как же без вас? Так, почему быстро у меня все растет? Потому что я не улучшенным луком работаю, достаточно высокоуровневым. Поэтому и, то есть, а урон от лука, от улучшения лука, короче, не считается прогресс кузнечки. Вернее, прогресс стрельбы. У меня его нет, поэтому у меня весь наносимый урон и так не очень маленький за счет высокого класса лука. Ну, идет за счет, вот и выходит у меня. Что качается очень даже хорошо. Но лучше всего будет качаться, конечно. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте-ка вот что делать. Не надо, не надо. Извини. Так, где форм? Где кольцо? Мертвечину надо растерзать. Теперь главное, чтобы Бервольф пролез. Устроил, хоть да, хоть не да. Отдохни-ка. Вот и все. Как видите, оборотням, в общем-то, никаких проблем нету. Превращайся уже. Так, ладно, с этим хорошо. Давайте-ка полутаем, если есть что, конечно, лутать. А что-то есть. Для нас бесполезно, разве что для отыгрыша, конечно. Ну, да ладно. Ну, где-то еще мастер-сундук быть должен, ведь так?
все не то. И все не то. Кстати, я забываю применять магию изменений, то есть это какую там дубовую плоть. Хотя бы для прокачки, не эффект тоже даст. Ну да ладно, что у меня так по броне там? 65, блин, 20. Ну давайте пока ладно, нацеплю все головной убор, потому что ну, все-таки дает, конечно, защиту. Может быть, вот это и считалось. Так, ну, ладно, что-то там его не увидел. Но мы туда, если что, вернемся и посмотрим. Все, ну, ребят. Теперь что, нам обратно маркер за жрецом, которого надо сюда будет сопроводить. Насколько я помню, так все должно быть. Ладно, сейчас разберемся. Так. Теперь мы тебе выпало честь добыть к столу свежий труп. Жрец, пропитанный вкусом любви. Так, да. Дай ему это золото. И когда он предстанет перед... А, то есть мне даже 100 золотых снабдили. Ну, конечно, он запросит, как правило, больше. Ну, ладно. Пойдемте. Так. Для скорости предлагаю пойти по зачищенному пути уже в форме оборотня. Ну где-то не, ну, сохраниться и чтобы где-то там без палева неподалеку от маркета уже обернуться в человек. Птичий крик. Вы знаете, крайне не вовремя. По той простой причине, что я оборотня блутать не могу, а уже и выполнил квест. Поэтому извиняйте, но сейчас у меня дела. О, Мишка. Сердце поглощено. Так, надо лечиться. Мишками сейчас и отлечимся, ребятки. Да, ну согласен. Так. Ой-ой-ой, я тут влипаю, похоже. Ну, не зависай. Что ж такое? Так. Так это я не понял, почему он не упал. Вернее, не сработал урон. Так, лежать. Отлично. КП восстановили худо-бедно. Прогресса мы добились, имперца не трогаем. Да что то. Убежал свой заключенный, неудачно убежал. По-моему, не туда он сбежал как-то, ну ладно. Так, потеряли много времени, больше чем думал. Ну, в принципе, все равно оборотня качать надо.
Тут мне никого не попадется. Ну, это и уже счастье. Оп, сбился с пути. Тут я не пройду. А кто с кем дерется? Коза мне тоже пригодится. Дозорные. А с кем? Вы извиняйте. Я хоть я не вампир, можно сказать, я злейший враг вампиров, а вы меня убить хотите. Свалили все. Там каджитский караван пришел как назло. Что у меня получается по прогрессу? Да почти. Мне путь сюда. Вверх, ладно. Удираем. И превращаемся. Так, я сохранюсь. Кто у нас там враг остался? То сейчас, по идее, все те смерти должны записываться на счет оборотня. А мы человек. Никто не видел нашего с вами превращения. А ты кто? Ой. Так, это я зря сделал. Это кровавый вампир, как-никак. Ладно, нормально. А ты почему зря? Давайте убьем. В конце концов, вот он, с кем дозорные воевали. Просто держать надо на дистанции. Дамочка не очень настроена драться. Ай, зараза. Так, я в сторону беру. Далеко уже находится, не успевает стрела долететь в ту же самую позицию. Ладно, а мне не надо рвать дистанцию. Сейчас она уточнется, начнет выпивать с меня хп. Мана то у нее, как видите, полная. Мне оно надо? Да нет. Да подожди, это птичий крик. Нет, можжевельник мы не рвем, хотя очень хочется, очень нужен. Отлично, она не превратилась в невидимую и не ушла. В Эльвиса не убежала. Отлавливать ее потом еще. А вот так, о, отлично. Отличный дроп, слушайте, так. Ну что, птичка, где ты прокачала? А что, да? Нет, нет, нет. Не побежим. А вот стрельбу мы подкачали, я думаю. Угу. И броня, кстати, еще не плохо. Давайте-ка вот так делаем. Пока нет, пока мы не в оборотне, нам кольцо Кирсина не нужно, кольцо скрытности нам будет самое то. Что у нас по слиткам? Слитков у нас нет. Чем могу помочь? Квест не дашь? Дорога утомляет. Нет. Дороги... Так, давай посмотрим, что есть у меня, что есть у тебя. Кожаная броня, кстати, мы же продадим. Потому что у нас есть шкура спасителя. А, 7 близкого сердца. Прах вампира нет. Ничего. Мы не продаем. Мы у них купим что? Правильно, камни душ. А, ну, маленькие давайте. 4 штуки. Нет, еще очищенный камень обязательно.
просто потому, что он очень редкая штука. А мне, ну, лук-то надо улучшать, как-никак. Пойдёте. Блин, где ж мне котелок-то найти, а? Хотя есть вариант, может, на ферме сейчас оказаться, мы туда заглянем обязательно. Или вот к шахтерам. Почему, кстати, нет? Ладно, давайте сначала разберемся с колечком. Там все равно возвращаться в утесную пещеру. Страж Стендара. Ага. Мы дух. Я как раз иди за мной и будь на чеку. Нет, дорогой, я потом. Согласен. Так, квест начали. Начали. А это все остальное потом. Так, нам. Ага, ну мы сразу пойдем, то бишь. Короткому пути и хорошо. Так, где этот жрец? А, тут есть даже вот так. Давайте 25 хп возьмем, что? Ага, тут еще можно чуть-чуть подсобрать, да? Хорошо. Капусту, кстати, возьмем мы на ферму и ее сдадим, и сдать. О, интересно. Станем там друзьями. Доброго дня тебе, друг. Все ли? Ты ищешь защиты Аркея. Долг не позволяет мне покидать Марка. А знаешь, так. У нас в храме Аркея говорят, что пустой карман лучше. Думаю, тебе лучше успокоить. Это не маленький. Думаю, я смогу пойти с тобой на небо. Ну, 198. На самом деле, я ожидал, что больше будет, потому что, видите, 100 нам дали, ну, минус 98 золотых. Давайте-ка еще запас сил. И ура, у нас 66. Вот теперь мы можем быстрее двигаться, это нам даст. Вот. И следующим уровнем мы здесь закрываем. Уже хорошо. Ну, пойдем. Давайте вот так выберемся. Какая разница? И выбираемся. Нас пока ни доступ где не интересует, ничего такого. У нас строго конкретная задача сейчас. Сейчас кольцо на миры добыть. Да что такое? Ну, идем маркер, все нормально. Короче, кольцо на мир, и потом идти за сапогами хищниками. Хищника. Их будем уже воровать. Угу. Так, давай. Каменная подарка. Это все хорошо. Но меня интересует не это. Меня интересует снова утесная пещера. К сожалению, тут оборотнем уже не прикинешься. У нас спутник, как вы понимаете. А посему придется нам с вами пешечком. Ладно, давайте для ускорения. Я хоть вот микстуру бодрости в какой-то веке.
реализуем. Так, не будем игнорировать вот этих стрекоз. Ладно, некогда особо рыбу ловить. Самое важное, что мы нашли несколько стрекоз, поймали и хорошо. Так, что по деньгам? 1600, ну нормально. Нам получается опять идти через медведя, через лагерь изгоев. Ну что же сделать? А, я тем ли путем иду? Ну ладно, не важно. Блин, а жрец-то нехило работает. Так. Что? А, у меня зелья кончились на горячей клавиши. Сейчас. Хорошо, что он не агрится на раненого Верели. Так вот, у нас тут скорость как раз и спасает нас при движении. Оп. Ну реализовывай. Ай, зараза такая. Я подрежу этот момент, короче. Ну, дойду до этого же места или до пещеры, и тогда уже продолжу. Вернусь я на то же место. Только теперь я уже сразу пью снадобье здоровья, эликсир застрельщика. И, в общем-то, не экономлю на ядах. Я сказал, не экономлю это теми, что не промахиваться. Ну ладно. Так, троечка, да, у меня традиционно. Бежим. Сейчас, наверное, расщедрим стоят проличие для такого серьезного противника. Сохранюсь в конце концов. Так, где замедление? Понял, почему урон снизился. Кстати, вот это надо отлутать, пока не исчез. Как говорится, падай, вот именно. Сейчас, секунду. Да, запись идет, все хорошо. Ай, зараза, и труп исчез. Тридцать два. Ну все нормально. 32 хп, это нехило. Ну-ка, секунду. На пассивную 15, нормально. Того мы съели. А, лисичка. Морду и еще одну. Отлично. Только хотел сказать, стрельба что-то давно не качалась, а?
стрельба-то уже и вот она. Осталось три несчастных этих пункта. Не, все, не уйдешь, коза. Хорошо, конечно, гранат, но он нам не нужен. Только чтобы подкинуть, как я уже говорил, какую телеку. Ага, тайный ход даже есть. Точно. Ну и радует. То опять не надо идти по тем коридорам. Так. Ну пойдемте. Да, надо сохраниться. А, видимо, вот это и был тайм. Ладно, я заглупил малость. Вот, наверное, сюрприз был. Ага. Как бы там ни было, я вернулся с мясом. Что происходит? Жрица Аркея. Я твой друг. Собираем, пользуясь случаем. Я так рада, что Иола пригласила тебя на трапезу. А, ты из новеньких? Говорят, у тебя неплохой аппетит. Сейчас. Меня пригласили на обед. Я так голоден. Выпивку беру, торговать ей можно, поэтому... А, ты из новеньких? Говорят, у тебя неплохой аппетит. Я так рада, что Иола пригласила тебя на... Ага, давайте поговорим. Ты из моих, ну, да, покупателей? Знаешь, я унаследовала лавку от покойного мужа. Мне так жаль, что он погиб. У него был отличный вкус. Ага. Нас ждет. Ну да. Самая кровавая говядина в пределе. Помню свою первую... Может, купишь у меня боевого пса? Ага. Они неспроста любят кусать людей. Ну да. Ты на славу хочешь нас. Так. Не стесняйся. Нарезай еду на порции. Так, как тут дальше? Не стесняйся. Нарезай еду на порции. Я пропустил малость. Он, ну, можно и так. Мило выглядит. Не откат. Вы себе откуси кусочек. Ага. Я на мир, ага, госпожа разложения. Вкусив кровь и желчь слуги, ты получаешь мое благословение. Я дарую тебе свое кольцо. Носи его гордо, и, вкушая плоть мертвых, ты будешь получать часть моей силы. Ага. Возрадуйся в своем уродстве, мое новое чадо. Когда я узнала, что ты в зале мертвых... Так, что у него есть? Так, так. О, отлично. Ну, видимо, часть — это мои деньги были. Хорошо. Так. Ну, это нам бесполезно. Я поняла, что у тебя особая судьба. Когда я А вот и ты. Чадо Намиры. Ты чтишь нас своим присутствием. Можешь познакомиться... А, вот он, судок. Все. Точно. Ладно. Так, так. Бесполезно, но разберем. Еще один посох. Это все бесполезно. Честь для меня, хранитель кольца. Это честь для меня, хранитель кольца. Намира даровала тебе кольцо? Вот это честь. Намира говорила с тобой? Так, ты ладно. Ты знал, что это будет необычная трапеза. Пусть живут. А мы кольцо Намира мы ставим. Только ставим его, наверное, троечку, ребятки, а это будет четверочка. О, нет, двоечка, вот это троечка, нет, двоечка, вот так, троечка сюда. Стоп. Вот, кстати, кольцо на мир, у нас же есть труп. Ставим троечку. А, не надето, да?
Сейчас, секунду. А, его я уже ел, ладно. Ладно. Придется так. Выбираемся наружу и, наверное, на этом серию закончу.